новости. Доброе утро. У микрофона Лида Платнер с обзором основных тем. В Новосибирске открыли второй в России завод по переработке батареек. На нем утилизируют около 500 килограммов отходов в день. Раньше собранные в Сибири батарейки отвозили в Челябинск. Переработка одной тонны обходилась в 100-110 тысяч рублей. Теперь расходы снизятся приблизительно на 30%. На завод в Новосибирске будут также привозить батарейки и из других регионов, например, из Дальнего Востока. Губернатор края Виктор Томенко и руководители органов власти сегодня обсудят задачи социально-экономического развития региона. На встрече главы